Теплый камень – это производство облицовки для каминов и банных печей, а также облицовочные плитки из натурального камня талькомагнезит. Главная функция этого камня – это большая теплоемкость и теплопроводность. Кроме того, камень является экологически чистым материалом. Как сделать правильный выбор камина? Первое. Надо знать объем или площадь того помещения, которое мы планируем отопить этим изделием. И второе. Мы должны знать, для чего конкретно нам нужен этот камин. Если вам нужно получить достаточно быстро и достаточно много тепла, то вам лучше всего подойдут наши камины серии FS. Если же нужно приобрести изделие для постоянного проживания, то для этих целей подойдет камин серии EP. Это печь-камин, аналогичная русским печам, только из современных материалов и в современном исполнении. Внутренняя составляющая печных каминов – это печной шамот, произведенный компанией Wolfsheuer Tonwerke. Выдерживает многократные циклы нагрева и охлаждения. Нам поставляется специальная смесь, на которую этот шамот кладется. Эта смесь идентична по составу самому шамоту. При нагреве и охлаждении нет разницы коэффициента линейного расширения разных материалов. Если мы сравниваем идентичный по размеру и массе камин импортного производства и наш камин, то первое, он как минимум в 1,5-2 раза будет дешевле. Второе, мы используем намного меньше количество деталей. Наши камины монтируются гораздо быстрее. И третье, в наших изделиях нету зольника и колосниковой решетки, что увеличивает КПД. Для того, чтобы подробнее ознакомиться с нашими изделиями, мы можем поговорить о каждом из них в отдельности. Если же нужно приобрести изделие для постоянного проживания, то для этих целей подойдет камин серии EP. Мягкое излучение, инфракрасное, идет в помещение. Почему этот камин является флагманом? Потому что он максимально полно отражает свойства наших печных каминов. По максимуму отдачи тепла, по времени теплоотдачи и по объему отапливаемого помещения. Высота этого изделия 2 метра, масса 2 тонны. Соответственно, когда такая большая масса камня нагревается, отдавать тепло печь камин этот будет достаточно долго. Здесь дымовые газы идут по каналам вниз, потом вверх. И уже наверху смешиваются в специальной камере, и после этого уходит дымоход. Соответственно, пока движение дымовых газов проходит по специальным этим каналам, скорость их движения снижается, тепловая энергия передается в оболочку, затем накапливается в камне мягкое, комфортное тепло. Есть возможность развернуть духовку на 180 градусов. Таким образом, мы разделяем помещение на две зоны. Зону обзора огня и зону приготовления пищи. Здесь есть жалюзийные решетки. С помощью этих решеток мы можем при желании достаточно быстро получить тепло в помещении. То есть, открыв жалюзийную решетку, тепло пошло в помещение. Хотим получить максимальную аккумуляцию, закрываем решетки, и тепло аккумулируется в камне. Так как и печной шамот, и внешняя оболочка талькомагнезит являются аккумуляторами, в этом изделии возможно произвести как аккумуляцию тепла, для того, чтобы долго потом получать мягкое и комфортное тепло, так и конвекционное тепло, достаточно быстрое тепло, которое может поступать в помещение. У этого изделия три функции. Первая, как следует из названия, то, что она отопительная, то есть она отапливает достаточно большую площадь или объем. Второе, в духовке можно приготовить на огне вкусную еду. И третье, на варочной поверхности можно приготовить еду. Дрова закладываются в духовку. Дрова сжигаются, затем зола сбрасывается в зольную камеру. И, значит, в духовку ставится поддон с едой. В течение 2-3 часов мы получаем вкусную, здоровую пищу. Если вы приезжаете в ваш дом наездами на короткое время, и вам нужно получить достаточно быстро и достаточно много тепла, то вам лучше всего подойдут наши камины серии FS. Принцип действия конвекционный. Между топкой облицовкой воздушное пространство. Горячий поток воздуха естественным путем поднимается вверх и через конвекционные решетки попадает в помещение. Через час-полтора плавное вот это мягкое, комфортное инфракрасное излучение начинается от облицовки. Используем топку норвежского производства Jotul I-18. Есть возможность забора воздуха извне. Этот камин можно использовать как открытый камин для тех, кто любит любоваться открытым пламенем.
Это достаточно мощное изделие, может обогреть до 220 квадратных метров. Гарантия на это изделие 10 лет. Топка герметична, соответственно, ее можно использовать в режиме медленного, в режиме длительного горения. Время отдачи тепла до 7-9 часов. Внутри мы используем чугунную топку производства Норвегии, Йотл I570. Гарантия на это изделие 10 лет. Топка достаточно мощная, может обогреть там, до 100-150 квадратных метров. Можно использовать режим медленного горения. Забор воздуха для горения с улицы, покрытие внутри покрыто специальной эмалью. То есть протапливаем топку на полную мощность, копоть отваливается со стенок, и опять стенки становятся чистыми и белыми. Это конвекционное изделие, в котором мы используем топку шведского производителя Кедди. Цельно литая чугунная конструкция, абсолютно без всяких швов. Гарантия на это изделие от производителя 10 лет. Достаточно мощная топка, способная отопить достаточно большие помещения. Это тепло, оно совершенно другого качества. Оно мягкое и комфортное, и очень приятно для человека. Имеется возможность перевести это изделие в режим длительного горения или режим тления. Продляем таким образом процесс теплоотдачи. Мы предлагаем индивидуальный подход каждому клиенту. Это монтаж изделия под ключ. Это индивидуальная система скидок. Изначально мы выясняем, что конкретно нужно нашему клиенту. Мы объясняем, как человек должен выбрать себе камин, какие функции нужны именно ему. Ни на фотографиях, ни при киносъемке. Изделие, которое мы производим, полное впечатление получить человек не может. Мы приглашаем к нам в офисы наших дилеров, для того, чтобы вы действительно убедились в том, что изделие, которое мы производим, приносит людям радость, приносит людям тепло, инфракрасное тепло, которое сродни солнечному теплу, которое как бы проникает внутрь человека.